Подъем в 5 утра, завтрак и тренировки почти до самого вечера. Такой распорядок дня давно стал привычным для воспитанниц детского спортивного клуба «Кристалл». Благодаря постоянной работе над собой забайкальские фигуристки регулярно привозят золото с турниров. И первенство Ангарска по фигурному катанию не стало исключением. Проходили они, как всегда, обычные соревнования 2 дня. Я выиграла, там давали, как все обычно, медаль, грамота, там давали деньги из... За это родители мне подарили котенка. У каждой фигуристки есть свои способы борьбы с волнением. Кто-то приносит с собой игрушки-талисманы, для кого-то важна поддержка близких, а кто-то тренируется не только на льду, но и дома, до тех пор, пока сложные элементы не будут отточены до идеала. Все эти привычки с ними с самого детства, ведь большинство девочек приходят в спорт еще совсем малышками. Я занимаюсь 5 лет. Мы увидели, мама узнала, как туда попасть, и я пошла на фигурное катание, мне понравилось, я хожу до сих пор. А в будущем кем ты хочешь стать? Тренером. Тренер – это один из самых важных людей для любого спортсмена, ведь он учит дисциплине и дарит веру в собственные силы. Кристина и Таисия занимаются у Евгении Трухиной. Именно она растит из девочек настоящих чемпионок. Да, они обе пришли совсем маленькие, в 3 годика. Тася, конечно, пораньше. Кристина тоже совсем маленькая. И мы... Сколько Кристина уже занимается? 5 лет, наверное. Но Тася уже побольше. Это же большой труд, чтобы дети росли. Они вкладывают очень много сил в это. Приходят в 6 утра на тренировки. Родители тоже вкладывают в это очень много сил. И с каждым разом они растут, развиваются. Это, так скажем, кропотливый труд, падение, встали, дальше пошли, работаем. Ну, так добиваемся хороших результатов. На первенстве Ангарска по фигурному катанию наши спортсменки завоевали 16 медалей, 7 из которых золотые. Многие фигуристы подтвердили там свои звания кандидатов в мастера спорта. Всего в соревнованиях участвовали больше 170 спортсменов из Иркутской области, Красноярска, Улан-Удэ и Читы. Екатерина Бакшеева, Никита Дроздов, РТК «Забайкалье».